Так, ну вот, Сатурн внизу в правом углу, Юпитер в верхнем левом. Четвертый, последний уже на сегодня дубль, наверное, 27 декабря 2020 год, 17.02 по Киеву, уже в облачка опускаются наши красавцы. Уже даже спутников Юпитера не видно. В предыдущих дублях их еще можно было заметить. Очень я благодарен природе за то, что предоставила возможность поснимать. Впервые с 22 декабря очистилось небо. Хоть чуть-чуть. Достаточно, чтобы мы могли зафиксировать 35 угловых минут между Сатурном и Юпитером. 22 числа я снимал, было 8 минут между угловых между Сатурном и Юпитером. И даже при максимальном увеличении, вот как сейчас, они оставались в кадре вдвоем. Сейчас я найду. Куда ж ты сбежал? И зачем? Сейчас еще разок. Ой, уже мутненько, мутненько, мутненько. Ну, что поделаешь. Даже при таком увеличении в кадре был и Сатурн, и Юпитер. Сатурн с кольцами, Юпитер со спутником. А, я вижу Титан. Но вам точно не видно в окуляр. То есть этот на экране, а в окуляр видно. Так, пошли к Юпитеру. Да, очень странно смотреть, что Сатурн впереди Юпитера. Все время же догонял. Казалось, как Ахиллес черепаху, никогда его не настигнет. А вот же тебе, пожалуйста. Уже на 3 корпуса вперед ушел. А, нет, вот, пожалуйста, Ганимед, я вижу спутник. Крайний слева вверху, аж у крайних других-то не видать. Европа вообще за Юпитер спряталась, скромница. Можно спутник называть скромницей? А Ио еле-еле видно, вот он практически касается Юпитера, тоже в стороне Ганимеда. Каллисто идет впереди и ниже. Но его уже, наверное, не видать. Каллисто. Не видать. Давайте еще раз на ваш дуэт. Это была прекрасная танго. Танго — это же мужской был изначально танец, да? Между Юпитером и Сатурном двумя планетами. И они просто великолепно дрейфовали на небосводе 22 числа друг с другом. Сомбреро на Юпитере. Какие-то маракасы, 4 штучки спутников на Юпитере. Ладно, не могу Луну не снять. Хотя она вся за облаками. Марс за облаками, Альдебаран за облаками. Но все было в предыдущих дублях за это же число. Желающие могут посмотреть. Еще раз повторяю. Я не знаю, я в описании канала написал. Все с видео делайте, что хотите. Расшаривайте, монтируйте, скачивайте, раздавайте. Не надо на меня ссылаться, не претендую ни на какие авторские права. Ну, коли вы хотите, ссылайтесь, хотите, не ссылайтесь. Дело абсолютно ваше. У Ютуба просто нет другой лицензии, кроме как полное авторское право. Или то, что
та лицензия, которая обязывает вас ссылаться на автора видео. Ну, на меня можете не ссылаться, мне это совершенно не важно. Нравится вам на это смотреть, смотрите. Давайте другим смотреть, кто тоже это любит. Такую красоту. Кратер Платон. Ладушки пошли опять к Сатурну и Питеру. Они того заслуживают, мы их так ждали 800 лет. Как сейчас помню. Да, и, конечно, рекомендую посмотреть съемки за 22 число. Во-первых, тогда не мешали облака, я снимал уже в 4 часа вечера, не дожидаясь, пока разойдутся тучи сегодня, как я это делал. И опять же, гораздо ближе были Юпитер с Сатурном, всего 8 угловых минут тогда было между ними. Ну вот, наверное, на этом прекрасном кадре все и закончим. Может, пофотографирую еще. 27 декабря 2020 год, Харьков, 17.09.